Под колесами внедорожника в Астане погиб школьник. ЧП произошло около 12 часов дня на оживленном перекрестке. По рассказам очевидцев, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на высокой скорости на него налетел джип. Свидетели говорят, за рулем была женщина. Женщина, она сама в положении, видимо, кто за рулем. В департаменте внутренних дел столицы факт происшествия подтвердили. Полицейские говорят, погибшему мальчику было 12 лет. Женщине, которая находилась за рулем, 32 года. Больше никакой информации по этому делу правоохранительные органы не дают. Говорят, ведется следствие. Назначаются все необходимые экспертизы и начато досудебное расследование по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводятся следственные действия.